очень тяжело что-то начинать, не имея каких-то азов либо знаний. Да, сейчас мы говорим о предпринимательстве, о основах бизнеса, о экономике, о каких-то технологиях конкретных, можно говорить о IT-технологиях. Поэтому такого рода курсы нужны, важны, и мы должны делать все возможное для того, чтобы ребята знали о том, что они есть, и для того, чтобы меньше совершали каких-то ошибок, да, когда только начинают вот свой путь стартапера.